Установка стелы на улице 60 лет в ЛКСМ – инициатива директора 44-й гимназии. Таким образом, Маргарита Корнева решила увековечить память героев Великой Отечественной и привить чувство патриотизма молодому поколению. Идею поддержал весь коллектив школы и ученики. На реализацию проекта было потрачено много усилий. Главным направлением воспитательной работы нашей гимназии является патриотическое воспитание детей. Мы считаем, что это основа всех других направлений. Мы работали всегда в этом направлении. К 70-летию мы спланировали проект, который так и назывался «Подготовка и празднование 70-летия Победы», который стал призером краевого конкурса социальных проектов. А я также стал грантополучателем в городе. Мы являемся инновационной площадкой в социальных проектах. Заключительной частью проекта стало издание книги памяти «Мы помним и гордимся». Над ней работали все ученики 44-й гимназии. Ребята встречались с ветеранами, записывая на эти страницы новые истории военных лет. Поэтому и право открыть стелу было передано героям. День Победы, как он был от нас далек, как в костре погубшем таял уголек. Во время торжественной церемонии увековеченная на листах бумаги память была передана ветеранам. Остальные экземпляры книги будут доступны в библиотеке гимназии. Это очень значимо, особенно сегодня, чтобы каждый знал, для чего это делалось. И чтобы каждый понимал, что наши победители дали нам мирное небо. Они очень хотели, чтобы мы жили счастливо. И мы это все должны обязательно сохранить. Вечная память героям. В память о павших бойцах и во здравие живущих участников и детей войны ветераны и ученики школы, воспитанники детских садов микрорайона Макаренко возложили цветы к стеле. Завершилось мероприятие освещением памятника и концертной программой, которую также подготовили школьники микрорайона. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.